дорогие друзья, вы еще только проснулись, идем на завтрак. С вами снова канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Сейчас мы покажем, повторяются ли завтраки или какой-то ассортимент. Смотри, можно как вчера? Два. Ту, Катя, будешь? Одно? Нет, два. Both side, да? Да, да, да. Only for you, no need. No, мне два. No. Which one? Так, сейчас побежимся. Так, рис. Кукуруза, картошка. Сосиски, бекон. Венчики с такой подливой. Вафельки. Арбузы, фруктовый микс, курасаны, хлопья, ну и здесь то же самое, фляры, крылышки и что-то типа котлета. Так что, дорогие друзья, в принципе, что-то меняется, но в принципе они поддерживаются одно и то же. Но я заметил, вот немножко сосиска другая, он другой. Вот я сегодня заказал еще яичко, они здесь делают омлет. Так, ну вот мы взяли завтрак. Что у нас Катя взяла? Рис. Если честно, даже я не... Ну, рис, это бекон, сосиска. А вот это... Я даже и не знаю, что это такое. Что-то новенькое будем пробовать. Ну-ка, попробуй. Это может, картошка какая? Ну здесь, я так понимаю, индусы готовят, поэтому некоторые продукты они что это такое? Ну это икян, какое-то национальное блюдо. Просто, типа с котлетки с какого-то там какой-то ложь, наверное, их добавлен. Я вообще подумала, что это кабачок. Ну да, что-то типа напоминает нашего кабачка. Так, ну что? Взяли овощей, помидорки, огурчики. Потом я вот себе омлет заказал. Риса, одну картошку, беконом, две сосиски. Курочку эту попробовали в кляре. Ну и опять же, вот что Катя брала эту штуку. Ну мы, наверное, не будем, она слишком острая. Так, кофе. Катя, как всегда, водичку с лимончиком. И вафельки. Вафель. Так, две булочки. Ну вот такой у нас завтрак. Как бы. Ну что, он меняется, не меняется? Вот тоже так вот скажет. Ну да, я тоже заметил, что-то. По сладости вафли добавились. По гарниру тоже. Да, гарниры, да. Ну, что-то, в принципе, поддерживают. Ну, одним словом, голодными не останетесь. Вы видите сами по столу, так что это попробуй еще съесть. Так что приятного нам аппетита. Будем мы завтракать. А так вот происходит ремонт лифта у нас в отеле.
постоянно один лифт не работает какой-то. Да. Да. У нас постоянно один лифт не работает и какой-то из четырех. И вот я так понимаю, идет замена тросов. Так, вот решили прийти в бассейн, плавать. Сэтма хочу показать еще раз вам вид с бассейна. И вон там порт. Какой вид открывается. И Катя уже пошла. Ну, как Катя, твои ощущения? В бассейне мы одни, никого нет. Очень классно. Такая водичка тепленькая вообще. Реально хорошо. Так, вот получается сама мелко, 1.35 м. Здесь 1.45 м. И поплывем в глубину. Здесь как раз вот по шейку. Да, почему мы решили в бассейн прийти? Потому что идти приходит уборщица, надо срочно убрать. Я говорю, через час. Нет, она показывает, надо сейчас, потом ухожу. Я сказал, через час закрыл дверь. Через некоторые звонят с ресепшена, говорят, нам надо произвести уборку, иначе потом просто они уходят, и их не будет, и уборка под ним будет сегодня произведена. А так как мы вчера отказались от уборки, потому что тоже они приходят, я не знаю, может это их время, вот сказали бы уборка там с 8 до 10, а то могут прийти в 9, в 10, в 11 после обеда, и очень сложно. И вы понимаете, если они пришли и вы отказались, то потом они уже уборку делать не будут. Поэтому так вот, неприятно, конечно, в качестве сервиса. Так что это отрицательный, как говорится, отзыв в их сторону этого отеля. Ну, ладно, ничего. Будем плавать, наслаждаться бассейном. Как говорится, мы все равно отель выбирали только для того, чтобы переночевать. Но все равно такие мелкие казусы, они неприятные. Но мы их не берем в расчет, потому что самое главное – это настроение. Сегодня мы решили немножко отдохнуть, провели полдня в отеле. Да, наконец-таки, да. Да. Ну а вторую полдня решили пройтись по Дубай-молу. Подошли вот знаменитые ныряльщики за жемчугом фонтана. Какая красота. А почему сделали в таком стиле, что раньше до нефти арабы же ничем не занимались, они ныряли за жемчугом? Получается, жили за счет только этого. Ребята, подошли к фонтанчику. Вот такая красота, такая мощь. Очень здорово. Да, вот предупреждают, люди фотографируются, снимают маски. Но ходят охранники, и они выставляют только в масках, чтобы маски все были в масках. Там такое вот тоже сердечко, тоже водопад получается. И еще даже самый низ туда падает. Пойдем туда, к сердечку. Сейчас мы попробуем тоже сфоткаться. Если нам удастся снять маски, но, наверное, не удастся, вот стоит security. Ну, как-нибудь попробуем. Смотрите, ребята, какая красота. У меня нет слов. Здорово. Очень красиво. Еще прямо в
Дубай Моли. Такой вот каток. Шикарный. А вон там панорама кафе с видом на каток. Здорово придумано. Так что вот любой желающий может покататься на коньках. Ну вот мы отошли от водопадов. Пойдем поищем самый большой аквариум. Подошли спросить фото с соколом сделать. Одно фото. Не только с соколом, там, ну, там получается национальная, да, в шатре, одежда, в национальной, да, одежде, и сокол рядышком сидит. 100 дирхам. Это получается сколько? $25, да, где-то? Так, идем к аквариуму. Дошли до еще до какой-то одной площадки. Посмотрите. Чтобы вы примерно понимали, какие масштабы. Ну, нереально, очень. Очень громадный. Пойдем тут. Ну, вот мы подошли к самому большому аквариуму. Там акула какая бывает. Смотрите, и там вот люди за дополнительную плату, они погружаются в такой батискаф. Отсюда видно, не видно, и окружают рыбки. Ну, может, наверх поднимемся, если я найду, где спросить, спрошу, сколько это примерно стоит. Так вот, посмотрите, акула со сканом рядышком проплывает. И посмотрите на потолок. Звездное небо. Да. Ну да. Так, пойдем, пройдем, поднимемся на второй этаж. Там на третий посмотрим на аквариум. Со второго и с третьего ракурса, с этажа. Какие виды там будут. А вот напротив аквариума. Ну, давай зайдем. Посмотрите, какие тут. Детская сказка, реально. О, смотри, прикольная везде, да? Смотрите. Блин, а я бутылки какие эти искала. Какие сладости. Ну, ты представляешь, 20 дирхам. Она здесь оказалась, да? Нет, что-то она не так открывает. А как она? Так она, понимаешь, она не бьющаяся, самое главное. Посмотрите, сколько вкусняшек. $5. Это бутылка была. Ну, так ты знаешь, интересно вот сделали, да, вот детка? Такие подарочные такие. Да? Подарочек купить. А, сейчас скажу, $6. Картиночка $6. $6. А в этом сундучке ничего она нет. Пустая. А, так она пустая, $6. Да. А, так это ее берешь и просто потом вот наполняешь.
тут получается самостоятельно, наверное, наполняешь. А ты показал, что большое дерево конфет? А вот большое дерево конфет. Шарики такие тоже вот есть. Ну, 65. Как и наши, бублигум. 65. Бублигум. Сказка для детей, реально сказка. А вот даже самому очень интересно. Видишь, как интересно сделали конфеты, да? Да, тоже коробочки такие берешь и сам наполняешь. Какие хочешь наполнители? Всякими разными вкусами. А есть уже готовые такие вот микс? 62 дирхама. 62. Обалдеть, вкусняшки. Смотри, такие. Так, где цена? 15 дирхам. Ну, $4 вот такая красота. Ребята, с вами канал Мир путешествий и отдыха. Вова и Катя. Оставайтесь с нами, и будет много чего интересного. Аквариум. Этот аквариум был открыт в 2008 году. Длина его 51 метр, ширина 20 метров, а высота 11 метров. И он содержит 10 миллионов литров воды. Температура где-то плюс 24 градуса. И рыб здесь 33 тысячи, 140 разновидностей различных рыб. Видов, да. Да, ну, различных видов. Вот. 33 тысячи, как говорится, особей, а 140... И в том числе здесь обитают 300 скатов и акул. Самая большая здесь еще есть тигровая акула. Она имеет 2,5 метра в длину и вес 160 килограмм. Да вон она, наверное, вот она поверху и плывет. Вы ее, наверное, сейчас видите, да? Но она не относится к крупнейшим видам акул. Но все-таки, ну, вид, конечно, вот, впечатляет ее. Акула рыжая какая-то акула. А вот это вот, наверное, вот и тигровая, она и плывет 2,5 метра. Потому что я крупнее ее не видел. И скакун самый большой такой. Рыба-молот. Видел? Рыбу-пила. Вот она, вон она. Ну, здесь же еще та сторона. Вон они после открытия он сразу был занесен в книгу рекордов Гиннесса. Как самый большой аквариум в мире, да? Да. Как самый большой аквариум в мире. И вон внутри туннеля, если вы видите, люди тоже проходят. Смотрят на рыбу. Мы сейчас поднимемся наверх, посмотрим. Это вот верхняя точка, получается, аквариума, да? Мы подошли. Смотрите, какие красавцы плавают. Обалдеть. Парят в воде, как птицы. Это вот так вот Вова здоровается со своими новыми подписчиками. У него появились новые друзья. Да? Это мы пришли в кафе. И что-нибудь сейчас закажем. Что потом дома? Не, прайс. Покушать.
Посмотрим, что-нибудь выберем. А потом вам в номере покажем. Так. Вот, ребята, зашли мы в номер, посмотрите, что мы приобрели. В маркете мы приобрели вот таких два пакетика супчиков. То, что мы вчера пробовали, варили, очень вкусно получается. Два лука, головка чеснока, такой вот батон, картошки 1,5 килограмма и 5 литров воды. Печенье Крекет, вот такой вот Мария, еще вот такой мы не пробовали еще. Так, и вот это вот супермаркета нам обошлось 35 дирхам. Это получается 9,80 долларов. Почти 10 долларов. 9,8 доллара. А вот это мы зашли уже в кафешку. Они дают, сдали нам на вынос курочку. Они, кстати, могут и доставить, если вы скажете, какой отель и номер комнаты, они с удовольствием, вот мы рядышком ехали и доставляли тоже курицу. Получается пепси, два кетчупа, соус кунжутный, курочка получается вот такая, можно сказать, не курочка, это цыпленок, но на лаваше два лаваша таких, картофель фри. И это 29 дирхам. 29 дирхам, это получается где-то около 8 долларов, 7-8 долларов. Ну все, будем сейчас ужинать. Так, ну вот наш денек тоже подошел к концу. До новых встреч. Пока-пока.